черепахи, мы идем на понижение 2864. Это твой шанс, Кирилл. c3. Нет, не надо играть в этот жад. a3. Вот лучше так. Так, теперь f3. Так, погоди, это же уже... Что он делает? h3. Теперь наши кони Мат заблокированы. не получи про эту диагональ. Ферзь b3. Так, погоди, это, по-моему, слишком маразматично. Еще чуть-чуть, и я уже не смогу вытащить эту позицию. Так, ну больше нечем ходить. Смотри, фигуры не могут ходить. Ну, ходи А ферзем обратно. коней я не хочу выпускать. Король d8. Король Так, ну e8. хорошо. Король d8. Это один. Там даже написано слева один. Король e1. Да, ферзя не стоило зевать. Ну, а4, а4 это потрясающий ход. А, нет, а4 нельзя, тогда... Ну, стоп, ты освободил фигуры, это... Да, именно это я сделал. В этом и была задумка, я тебе по секрету скажу. У нас уже времени даже нифига нет. Да, кстати, мы очень много времени тратим на Потому что ты дебил. очень долго думаешь над этими гениальными ходами. Нет, получилась обычная Да позиция. нет, она про... Отлично. у нас... если бы у нас не стояла H3, я бы еще, может быть, согласился бы. А тут, видишь, нас матуют сразу. Нет там ничего страшного. Как нет? Мат сейчас узнает. Играй конь c3. Ничего страшного. Все под контролем. Да, абсолютно. Большего Нет, смотри, контроля я в жизни не видел. около нашего короля полно фигур. Ладья c1. Это ему не поможет, нашему королю. Ладья c1, король c2, король b1. Че, плохой план? Погоди. Здесь все очень плохо. Он сейчас b5 пойдет и будет нас матовать. У нас нет контр-игры. Ну, я предлагаю вскрыть линию G. Ну и b5. Ну и чё? Теперь b5, слон да, F2. это А, наш нет, смотри, шанс, это наш H4. шанс. H4 дают. H4, блин, давали же, господи, Зачем нам чё? h4? После h4 все, чего мы можем в будущем добиться, это все равно тот же самый g5, который мы можем сразу провести. Ну теперь F4, F5, F6. План-то простой. У нас очень простой план на игру. b4 нас сразу матуют. f4 мы еще пешку e ослабляем, так нельзя играть. Тогда H4, H5, Да, H6. хорошо. У нас ничего другого нет. У нас, ну, у нас нам сейчас У проломят. нас очень простая игра, как у пермского Амкара. Да, ну нас сейчас проломят. Ты видишь, мы ничего не можем с этим сделать. Ну, пермский Амкар же страдает уже 20 лет. Ну вот именно что он страдает. Так, ладья Да, об это G1. надо просто играть. Какой ладьи? Никакой ладьи не надо ходить. Ферзя не хочется никуда убирать. Сейчас ферзь на c4 пойдет. Ну, предлагай. Король e1. Ну, да, все, я все считал. Подожди, горячий. И какой вывод после а3, скажи мне? Да, вот после a3 проблема. Ферзь e3 идея. Да, мат. Ну, в смысле, там нет мата. Ну, да, может быть, ферзь е3. Ты понимаешь, нам нужно играть на мат. Ферзя поймали, стоп. Ферзь b1 есть. А где Я мат? должен был так ходить все равно. Потом ладью верну на c1. Нам, конечно, надо каким-то образом надо ферзем напасть на g7, и тогда мы выиграем партию. Ну как? Так, что это за жертва липовая? По-моему, выигран стал, нет? Вот мы напали на G7. Да, видишь, как быстро Газпром мечты сбываются. Ты доволен? Да. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо.